С начала октября, в момент, когда рост заболеваемости растет, началась вакцинация против гриппа. Места возле прививочного кабинета не пустуют. Люди, понимая, как это важно, приходят за уколом здоровья. Он делается для того, чтобы к зиме иммунитет успел выработаться, и мы даже не задумывались о болезнях морозной зимой. Что гриппа хотите сделать, правильно? Да. Самое важное, на момент прививки нужно быть здоровым. За этим следит врач общей практики. Он же дает направление на вакцинацию. Перед прививкой измеряется артериальное давление и пульс, частота дыхания и температура тела. Изучается анамнез и аллергические реакции. Игорь Ляхнов в числе первых пришел за дозой иммунитета. Он ответственно относится к своему здоровью и ежегодно вакцинируется. Говорит, что видит в этом смысл и спасение от гриппа. Делаю прививки каждый год, с какого не помню, но уже лет, наверное, 8-7. Я доверяю вакцинированию и считаю, что она помогает. Особенно важно прививаться лицам старше 60 лет. Взрослым, часто болеющими вирусными инфекциями, людям с хроническими заболеваниями. Потому что даже если вы заболеете гриппом, то симптомы и сама болезнь будут протекать легче. Каждый желающий может обратиться в поликлинику для вакцинации. Прививаться можно как бесплатно, так и платно. На базе нашего учреждения вакцинация осуществляется двумя видами вакцин. На бесплатной основе Гриппол Плюс, производство Россия, и Ваксигрип Тетра, производство Франции, на платной основе. После вакцинации или перенесенного гриппа в организме формируются защитные антитела. Однако они сохраняются чуть более полугода, а затем разрушаются. И когда в следующем году приходит новый вариант вируса гриппа, то он вновь застает врасплох нашу иммунную систему, и мы снова болеем. Поэтому очень важно ежегодно делать прививку. Вакцинируем пациентов преимущественно осенью, в сентябре-октябре, до того, как начинается подъем инфекционной заболеваемости. Иммунитет вырабатывается после вакцинации в течение 2-3 недель и сохраняется от полугода до года. Нужно учитывать, что вирус из года в год мутирует, поэтому следует вакцинироваться ежегодно. Сегодня все препараты, которые используют для вакцинации, безопасны и эффективны. Делать прививку или нет – вопрос индивидуальный. Но важно помнить, что человек, который вакцинировался, защитил не только себя, но и окружающих. Полина Рацевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.